Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна, проект Faberlic Online. И в этом видео я с вами поделюсь второй частью новинок 16-го каталога, который будет действовать с 28.10 по 17.11. Это мы уже все сняли, и я могу сказать, что в этот раз впервые, наверное, за 2024 год было очень много новинок. Конечно же, переходим к подарочным наборам. Это змейка. Нас с вами ждет год змеи, поэтому, конечно же, будем с вами смотреть самое клевое и самое классное, что тут есть. Ну, во-первых, магнит. Змея удачи на называется. Вот такой вот на холодильничек. Змейка довольно-таки симпатичная, тяжеленькая, под стеклом. Я уже его поприцепляла на холодильник, посмотреть вообще, как он будет держаться. Похлопала нормально, ничего не отпадывает, в общем, все великолепно. Размер у него 6,5 на 4,5, артикул 910-580. В общем, отличная змейка, которая принесет удачу в дом, раз уж это змея удачи. Состав у него идет стекло и магнит. Да, такая вот красоточка, прям очень даже увесистая, как вы видите, и получается ее будет видно со всех сторон, даже если очень сильно ее поставить ребром, все равно змейка будет видно. Отличное просто изображение, такое классное. Ну что ж, дальше забыла из прошлого обзора снять вот такое детское фигурное мыло змейка. Оно идет уже не 60 грамм, как предыдущее, а 65 грамм. Оно мягко очищает кожу, не пересушивает, оставляет нежный яблочный аромат. И вы знаете, я когда вот его достала, думаю, господи, это что, в яблоке червяк, а потом понимаю, боже мой, это же змейка. Ну вот не прочла и посмотрела, и потом только поняла, да, вот по этому язычку. В общем, такая глупость у меня в голове. Ну, в общем, артикул 81.35 пахнет спелыми, зелеными, вкусными яблочками. И когда я его держу в руках, я чувствую, что оно еще будет не сушить, а немножко увлажнять, потому что такое, оно ухаживающее на ощупь. Очень интересное мыльце. Аромат реально такой яркий, приятный. Конечно, не до невозможности приятный, прям не воняет, но яркий довольно-таки, да, из 5-балловой шкалы на 3,5, прям вот лично для меня, да, то есть у всех, конечно, носики разненькие, для меня вообще здорово. Далее у нас еще такая вот подарочная штукенция. Что могу сказать про вообще кружки Faberlic? Тем, что я ими восхищаюсь уже из года в год, не первый раз. Чем? Во-первых, это, конечно же, даже посудомойка не стирает рисунок. То есть рисунок до такой степени четкий, до такой степени хорошо нанесен, что проблем с рисунком никогда еще не бывало. То есть очень хорошее качество. Вот это у нас кружка «Змея удачи». Материал фарфор, объем 350 мл, высота 10,5 см, артикул 910-581. Приходит оно в такой вот обычной белой коробочке. И в коробочке я оставила специально пупырочку, чтобы вам показать, что кружка приходит в пупырочке, чтобы ничего не разбилось. Как бы упаковка вполне таки достойная, классная, да, завернуть в какую-нибудь фольгу и дарить. И сюда еще можно что-нибудь доположить. Этот же, например, магнитик сюда легко войдет в подарочек. И уже такой мини-подарочек очень даже классный. Кружка и змейка-магнит. Прикольно. Ну и последнее, это у нас стеклянная разделочная доска. Змея удачи. Она не впитывает ни запах, ни влагу. Идет такая вот, как даже сказать, рельефная, что ли, да? Видите, у нее такой вот тут рельеф. Также у нее такие вот маленькие, хорошенькие прорезиненные ножички. Вот такие вот. В посудомойке она, могу сказать, что через год-полтора может начать страдать и обдираться. Вот тут вот эти вот места могут начать обдираться. Но это очень долго, поэтому я думаю, что нормально. Она не впитывает грязь и влагу, выдерживает высокие температуры. Можно использовать как подставку под горячее. Можно мыть в посудомоечной машине. Написано материал закаленное стекло. Диаметр 23 сантиметра. Артикул 910-582. Классный подарок и как сувенир, и как что-то вот на кухне. Конечно, это очень шикарно. Приходит тоже в пупырке. Или не в пупырке. Ну-ка, давай с вами посмотрим. Да, приходит в пупырке. Вот так вот она сложена бывает красиво. Тут что-то можно или подписать, или завернуть, или так просто подарить. В общем, великолепный просто подарок. Я считаю, что это очень классно. Такие подарочки дарить. И уже знаю даже кому, чего и сколько я когда подарю. Дальше у нас с вами, это уже такая классика. Вот такой вот набор идет, фартук, кухонное полотенце, набор прихваток, вафельное полотенце, плюс вот такая вот классная скатерть. Очень красиво, здорово и колоритно. Я считаю, что стол будет просто бомбовый с этим совсем. Давайте же будем смотреть. Сначала, значит, у нас с вами идет такой набор прихваточек. Артикул 910-584. Ох, тут как плотно запаковано. 910-584. Приходит все в такой вот пленочке. Тут две штучки. Состав 100% хлопок. Размер 18 на 18.
Отлично. Я знаю, что они хорошо стираются. Тут можно отрезать все это дело, убрать. Как за ними ухаживать? Ну, обычный покрашенный в красивый хлопок, да, обметано все аккуратненько. Есть висюлька. Вот для меня эта висюлька очень важна, например. Ну, никаких нареканий нет. Целый год можно пользоваться, а потом купить новое, когда слишком часто все равно мы их стираем. Мало ли там, да, где-то за жир, где-то еще как-то. Далее у нас с вами идет такое вот прекрасное вафельное полотенце кухонное размером 45 на 60, состав 100% хлопок. Тоже в пакетике аккуратно. И давайте будем смотреть его. Так, петельки нету, к сожалению. Или есть? Я еще рано, наверное, расстроилась. Нет, петельки к нему нету, конечно же. Но это такое полотенчико, которое послужит чем угодно. Отличная просто расцветочка. Мне нравится. Кстати, скатерть нисколько не крупнее. Мы уже с вами можем представить, как будет скатерть выглядеть, да, таким вот образом. Очень красиво, колоритно. Я считаю, что вообще мега вау. На подарок очень круто. Очень круто. Так, дальше. Следующая красота. Это у нас с вами фартук коллекции «Зимний букет». Так, давайте будем смотреть с вами фартучек. Так, очень аккуратный такой. Тоненький, 100% хлопок. Тоже в тему новогоднюю. Так, тут не регулируются они. Все завязочки не регулируются, такие, какие есть. Обычный, классический, хороший фартучек, без карманов. Обычный, тонкий, да, там, без клеенчатой подкладки, еще что-то. Ну, вот мало ли кому-то нужно. Такой обычный, классический, хорошенький. Я такой люблю очень дарить. Очень люблю такой дарить. И дома у меня уже несколько таких фартуков, скажу честно. Ткань плотная, грубая, хорошая. И даже если вы там обольетесь жиром, ну, может быть, до одежды достанет. А вот какие-то обычные капли при обычной готовке не достанет до основной одежды, на которую был и надет, в принципе, этот фартук. Фартучек у нас с вами идет с артикулом 910-585, размер 60 на 70. Тоже идет 100% хлопок. Ну и, конечно, скатерть. Во-первых, она очень так колоритненько упакована. Ничего лишнего. Минимализм. Давайте будем открывать. Тут клейкая такая штучка. Да, кому не понравится, там мало ли размер не подошел, то легко вернуть на возврат, не повреждая упаковочку. Вот это у нас скатерть коллекция «Зимний букет», размер 145 на 220, состав 100% хлопок. Ну, такая вот красота. Довольно-таки плотная, как фартук, наверное, да. Как фартук, очень плотная, хорошая ткань. Я считаю, что очень красиво. Согласны со мной? Размер у нас с вами идет 145 на 220. То есть большая, полноценная, хорошая скатерть. Ну вот я на своей кухне постелила скатерть на свой стол. Ну вот смотрите, да, стол у нас, в принципе, не особо-то маленький. Алиска тут, хозяюшка, спит. Ну, я думаю, что очень даже неплохо смотрится. Да, еще смотрите, сколько с обеих сторон осталось места. Довольно так и впечатляет, да, размер скатерти. Очень даже хорошо. Следующая красота заключается в новом наборе посуды. У нас с вами обновляется полностью вся посуда. Ее будет реально много. Во-первых, у нас с вами идет тарелка большая, диаметр 26,6 сантиметра, артикул 910-540. Всю посуду можно использовать в СВЧ и мыть в посудомоечной машине. Очень-очень все прям так удобненько. Вообще название этой посуды идет как классика. Стильный лаконичный вариант для повседневного использования, так и для сервировки праздничных ужинов. Вот такая, значит, большая тарелочка. Тут края ребристые, довольно-таки плоская, интересная. Да, тут складываем еду. Логотипчик Faberlic Home выбит. Ну, на мой взгляд, очень красиво. Шикарно. Вот прям я очень люблю простую белую посуду. Мне она очень нравится. Ну и следующая тарелочка. Кстати, все тарелочки идут, кому это важно, вот в такой упаковке с пупыркой. Да, с пленкой, с пупыркой. Вот с этой вот. То есть все завернуто хорошо. Если вдруг мы захотим настоящий фарфор кому-то подарить, это будет круто. Значит, фарфоровая тарелочка маленькая, идет диаметром 20 сантиметров с артикулом 910-541. Точь-точь такая же, как и предыдущая. Вроде бы изъянов никаких не вижу. Да, ровненько, гладенько, хорошенько, красивенькая. Без всякого брака, без всего. Замечательно будет смотреться в наборе. Ну, они друг для друга созданы, да, вот этот ребристый наборчик. Дальше. Ну-ка, что у нас там дальше? Ага, у нас с вами салатник большой и салатник малый. Вот такой вот большой салатник. Посмотрите, все ребристое, классное. И ребристую посуду некоторые люди не любят, но у меня посудомойка, и она отмывается просто великолепно. Потому что бывает, что вот в ребрышках может накопиться, да, что-то не отмыться, что-то можем не заметить. А тут как бы... Если есть посудомойка, то посуда будет всегда чистая, свежая, белая. Очень красиво смотрится. Просто великолепно. У него идет высота верха 22,5 сантиметра, диаметр именно верха. А высота 7 сантиметров. То есть
Немало. Сюда войдет огромная селедка под шубой. Вот, ну она вообще-то горкой на плоскую выкладывается, но я просто так сказала. Артикул 910-543. Вот эти тарелки, они как раз для меня, потому что у меня всегда, если у меня день рождения, то человек 20 дособерется. В общем, классно. Коробочка тоже у них белая, простая такая вот, да, пупырка внутри, было все обернуто. То есть я все достала, подготовила к обзору, чтобы не терять время. Ну, и, конечно же, маленькая тарелочка, такая вот красоточка, аккуратненькая. Я считаю, что очень даже неплохо ей под суп. Не обязательно, чтобы это был салатник, хотя он называется салатник. Материал тоже фарфор. Диаметр верха 15,2 см, высота 6,8 см. Артикул 910-542. Вот такая вот симпатичная, классная вещь. Супер, просто супер. Так, ну и вот такая вот прекрасная, красивая чайная пара. Это у нас с вами, конечно же, вот она. Приходит в одной коробке, все отдельно друг от друга, в пупырчатой пленочке и блюдечко, и в пупырчатой пленочке и кружечка. То есть вот таким образом. Сначала блюдечко в пленочке проложено картонкой, и на картонке уже стоит кружка. Да? Ну, это для тех, кто любит на подарок что-то дарить. Да? Я прям рассказываю, как оно все утрамбовано. Так, давайте же его обсудим. Материал тут фарфор, то и другое. Объем чашки 250 мл, высота 6,8 см. Блюдце 15,5 см. Вся эта конструкция довольно-таки симпатичная. Да? Видите, ребрышки так классно, красиво. Все очень аккуратно. Красиво, мне нравится. Великолепно. 910-544. То есть отдельно блюдечко и отдельно кружечку заказать нельзя. Но все равно здорово. Я думаю, что классно. Но я вот, знаете, еще бы блюдечек заказала бы. У меня вечно блюдечки заканчиваются, бьются, еще что-то. Я бы заказала бы их отдельно бы, да, штучек бы 15. Потому что сколько блюдечки не заказывай, все куда-то девается. Ну и еще вот такая вот красота. Это коврик для сервировочки. Вот такой вот он симпатичный. Артикул 910-547, материал 70% ПВХ, 30 полиэстера, размер 30 на 45 сантиметров. Так, ну и давайте доставать. Да, такая пленочка интересная, да? Приняла форму салфетницы. Коврика, вернее. Ну, коврик такой, знаете, больше вот в руки держишь, первое ощущение резиновый. Его будет удобно мыть, стирать, класть в посудомойку или запускать в стиральную машину. То есть он такой будет. Вот, слышите? Вот такой вот он грубоватенький, прикольненький. Конечно, да, очень-очень удобно. То, что он никогда не замарается до такой степени, чтобы его можно было там не отстирать, например, да, никакими пятновыводителями. То есть он такой на века постелил человеку, он покушал, где-то капнул, где-то что-то, да, все свернул и убрал или в посудомойку, или в машину. Я считаю, что он и для того, и для другого подходит. Ну, такой вот он. Резиновенький такой, удобный. Мне кажется, что это очень даже хороший вариант. Дальше у нас с вами носочки. Скоро до балет доберемся, до парфюмов. Боже мой, сколько много новинок. Страница 21 вся у нас с вами в новеньких носочках. Беру наугад. Значит, первый это носки красный-белый. Я взяла размер 36-38, артикул 810-500. На самом деле у них код SO351, общий код, да, потому что у них два размера идет носочков. Они идут по две пары в упаковочке. Мягкий хлопковый материал и новогодний принт. Упакованы в zip-пакет. Состав у них 73% хлопок, 24% полиэстер и эластан. И размеры у них идут 36-38 или 39-41. Так вот, я заказала все 36-38, потому что ножек побольше размера у нас в семье нету. Даже эти некоторым велики, потому что у меня вот дочка так и ножка не выросла. 36 размер у нее. Ну что, радует, что они очень сильно мега плотные. Прямо радует. Носки прямо наиплотнейшие, хорошего качества. Очень. И я смотрю, что вот на мою Викуськину ножку это будет великолепно. Да, и на мою ножку тоже будет хорошо. Довольно-таки шикарное качество. В магазине такие носочки, наверное, даже и подороже будут стоить, чем в каталоге. Вот серьезно. Дальше. Точно-точно такое же качество, только белоснежные хорошенькие носочки. Тоже с таким новогодним принтом очень классным. Ну, слушайте, я рада. Ой, как шикарно. Прям у нас получается в октябре. Да, в октябре уже можно запасаться подарками и не торопиться. Да, супер, просто супер. Следующий принт у нас с нами идет набор женских носков. Две пары. Ух ты, какие! Прям они такие сильно разные в упаковке. Даже такое ощущение, что не совсем между собой сочетаются. Такие желто-молочные прям носочки. Значит, они у нас с вами идут с артикулом 810-504 в 36-8 размере. Тоже женские. Да, ну прикольно.
тоже очень хорошее качество. Мне нравится, мне прям очень нравится. Я думаю, у меня Викуся их заберет, вот эти носки. Она любит что-нибудь такое светофорное, как она говорит. Хотя там желтый, синий, красный, да. Ну, прикольные носочки, конечно. И вот такие вот темные носки, тоже очень интересные. Они уже немножечко даже из, как будто из другой ткани, но тут вот это вот чувствуется ребристость какая-то. Нет, все 73 хлопок, 24 полиэстер и 3 эластан. Я все-таки ошиблась. Более такие тянущиеся и менее плотные кажутся. Вот они, видите, да, просвечивают. А эти кажутся более плотные и менее тянущиеся. Такие как бы разные даже текстуры у них. Видите, он уже хуже просвечивает. Вот пальчик там, да, я показываю. А эти прям сильнее намного просвечивают. И как будто бы они потоньше, да. Видите, какая разница большая. Вот. И все это в одной упаковке. Очень интересно. Очень интересно. Прям очень. Дальше. О, вот этот я расцветку очень люблю. Так, это у нас идет набор носков. Артикул 810-502. Размер 36-38. Тоже 73 хлопок, 24 полиэстер, 3 эластан. Тоже такие вот очень плотные. Очень-очень-очень плотные. Прям мне нравятся такие аккуратненькие, хорошенькие носочки. Ну, супер. Прям никаких нареканий нет носка. Я знаю, что они будут очень долго носиться. Прям великолепно. Так, еще одни носочки. Угу. Так, ну, тоже здорово. Хорошенькие носочки. Следующие носки. Какие же у нас идут? Какие же? Вот они называются забавные новогодние носки, которые создадут праздничную атмосферу. Ну что ж, проверим. Набор носков с принтом мужских. Две пары. Артикул 810-506. В размере 41-42. Я взяла пару. А вот у меня у мужа 44 размерка. Да, я взяла 41-42. В общем, ладно. 73 хлопок, 24 полиэстер. Да, вот такие вот носки. Яркие носочки, яркие пяточки, а сами по себе темно-синие. И тут такая скромная, маленькая и елочка. Прям такая, прям такой малыш, я ее даже не сразу увидела. Она даже с тканью сливается. Интересно прям. Да, здорово. Так, ну и второе. Ух ты, лыжники. Да, видите, как елочки и лыжи. И также яркие носочки, яркие пяточки, светлые вернее, и вот такие вот лыжи. И, кстати, резинка очень толстая, вот она. Видите, какая толстенькая резиночка? Мне вот нравятся такие толстенькие, хорошенькие. Мужчинам будет удобно носить, меньше будет давить, ну, поняли, да, и все такое прочее. То есть резинка такая хорошая. Вот, а носочек уже вот дальше идет. И носки высокие. Зимой, конечно, только высокие носки. Ну, и лыжники, конечно, прикололи меня. Реально здорово. Ни за что б не догадалась. Так, следующая пара мужских носков идет набор носков с принтом мужских. Артикул 810-510, размер 41-42, 73 хлопок, 24 полиэстер, 3 эластан. В общем, усы и шапка. Все готово для того, чтобы их на себя надеть и поздравлять детей вместо Деда Мороза, да? Очень плотные, толстые носки с красными кончиками, но спокойной пяточкой, да? То есть такие вот они меланжевые получаются. Не чисто серые, а вот именно что серый меланж. Резиночка тоже довольно таки большая, очень даже эластичная, хорошая. Вот, изнутри вот так вот вышивка идет. В общем-то прикольно, да? И такой красный носок. Вот, кстати, в компании Faberlic очень сильно не хватает обычных черных носков, серых носков и белых носков. Вот обычных классических носков. Вот прям очень сильно не хватает. Очень бы хотелось. Это у нас идет и уходит прямо очень, очень хорошо идет и уходит. Хотелось бы от Faberlic их носить. Это у нас идет следующая парочка. Что-то тут хо-хо-хо, наверное, да? Вот это вот чисто серое и белые носочки. Получается. Просто белые носочки, а пяточка уже не покрашена в белый цвет. Да, то есть такие вот тоже хорошенькие. Ну и последний набор мужских носков. Сейчас я вам покажу его. Артикул 810-501, состав идентичный предыдущему, размер 41-42, 73 хлопок, 24 полиэстер. Синие классные носочки с машинкой. Ой, нашим мальчикам с машинкой. Тут с одной, тут с кучей машинок, с елочками, господи. В общем, дайте посмеяться. Мне реально прикольно. Нашим мальчикам нарисовал Faberlic и машинки, и все-все-все. Да, ну, реально вот так, прикольно, да. Все равно же мы их не будем 10 лет носить. Носки это такой расходный материал. Хотя эти, господи, не 10 лет мы будем носить. Я чувствую, какое хорошее качество. Я, конечно, в восторге от качества, честно вам говорю. И вторая пара.
тоже с беленьким носочком, с обычной пяточкой, с голубоватым, вернее, носочком, и с одной машинкой. Да. Кому-то надо много машинок, кому-то одной хватает, да. В общем, вот такая красота. Ну что ж, мои дорогие, следующий наш с вами третий обзор будет уже палетка теней для век. Я очень хочу ей покраситься, да, и все такое прочее. Вот, наверное, пару страничек мы с вами зацепим, да. Тут и подводки, и тени, влажный финиш, это, наверное, блеск для губ. В общем, все прям супер, да. Будем успевать все это сделать. В общем, красота, да и только.